Впервые всероссийский конкурс молодежных проектов в 2022 году пройдет в Карачаево-Черкесии на базе высокогорного форума «Махар». Подготовленный проект Министерством по делам молодежи Республики совместно с региональным отделением Российского союза молодежи и КЧГУ имени Умара Алиева, а также автономной некоммерческой организацией «Высокогорный креативный кластер» стал победителем конкурса Федерального агентства по делам молодежи. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшуков. С 2008 года на базе КЧГУ имени Умара Алиева реализуется высокогорный молодежный форум «Махар». Он является единственной площадкой в Карачаево-Черкесии, которая вот уже более 10 лет стабильно собирает талантливую молодежь региона. Идейным вдохновителем и организатором форума «Махар» является ректор КЧГУ имени Умара Алиева Таусултан Узденов. Он подчеркнул, что подобный конкурс позволит молодым людям реализовать свои идеи и познакомиться с красивыми пейзажами нашего края. Наш проект, имеющий достаточно богатую, интересную историю, уже на всероссийском уровне признан, и заявка наша прошла, поддержана, и теперь на базе этого форума, Махарского форума, будет проходить такой, форум по отбору социальных значимых проектов, молодежных проектов. Это очень престижно для молодежной политики нашего университета, для, естественно, для нашей республики. Хочу поблагодарить наше Министерство молодежной политики. Министерство по делам молодежи Карачаево-Черкесии, которое подало заявку на проведение Всероссийского конкурса молодежных проектов совместно с региональным отделением Российского союза молодежи, КЧГУ и автономной некоммерческой организацией «Высокогорный креативный кластер», подчеркнуло, что окажет свою помощь в организации и проведении форума «Махар». Данное форумное мероприятие на территории Карачаево-Черкесии проводится уже не в первый раз, но в этом году совместно с Карачаево-Черкесским государственным университетом, Министерством по делам молодежи Карачаево-Черкесии будет вестись активная работа по улучшению материально-технической базы, лагеря, на которой будет организовано и проведено форумное мероприятие, а также в настоящее время ведется работа с Федеральным агентством по делам молодежи по определению номинаций, в рамках которых жители Карачаева-Черкесии и других субъектов Черкесского федерального округа могут представить свои инициативы. Форум «Махар» – это место, куда нам хочется возвращаться вновь и вновь, отмечают участники прошлых лет. Помимо интересных лекций и семинаров, мы здесь знакомимся с великолепными красотами нашего курорта. Но что самое важное, «Махар» объединяет молодежь из разных регионов страны. Это форум был для того, чтобы ребята со всей Карачаево-Черкесии и не только с Карачаево-Черкесии могли поближе друг с другом познакомиться, можно было завести полезные новые связи. И уже после того, как приезжаем мы с форума, мы приезжали с багажом огромных знаний, так как там была еще и образовательная программа, и плюс еще новые знакомства. В этом году «Махар» наконец-таки стал площадкой для грантовых проектов тоже. Это огромнейший плюс для нашего вуза, и не только для нашего вуза, еще для всей Карачаево-Черкесской республики. В этом году высокогорный форум «Махар» пройдет с 9 по 15 августа для 120 представителей активного студенчества и молодежных организаций СКФО с грантовым конкурсом. Алихан Лепшуков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.